Привет, бро, меня зовут Пози. Сегодня мы с тобой поиграем в Fidget Spinner Tycoon. Да, сейчас мы с тобой будем делать спиннеры в Роблоксе. Я знаю, что вам нравятся спиннеры, поэтому я специально выбрал этот режим, чтобы было как можно интересней. Занимаем эту базу. Итак, бесплатный дроппер. Начать работу. Конечно же, начинаем работу. Мне не терпится уже получить мой первый спиннер. Давай, давай, падай, 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 спиннер зеленого цвета. Стоп, мне нужно кликать? А, мне нужно кликать. Ха-ха, я кликаю, и у меня появляются спиннеры. Ей! Бесконечные спиннеры! Не, серьезно, это довольно круто. Прикинь, если бы так в реале, нажимаешь пару кнопочек, и у тебя появляются спиннеры. Точнее, завод по производству спиннеров. Это было бы очень круто. Так, сколько я там уже накопил? Сколько там у меня? $102. Ладно, теперь могу купить автоматический дроппер. Только для начала мне нужно обналичить мой кэш. 116 баксов. Окей, давай, куплю первый автоматический дроппер, чтобы не нажимать бесконечно на эту кнопочку. Какие спиннеры он будет спавнить? Давай посмотрим. А, опять синий спиннер. Да ладно. Кстати, у меня в руках есть спиннер. Сейчас добью и покручу мой спиннер. Давай, 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 давай. Ну же, ну же, ну же, кликайся. Как будто играю в кликер. Ну же. Есть, все, все, все. Надеюсь, там уже накопилось на второй. Нет, только 140. А, ладно, окей. Еще пару тысяч раз буду нажимать. Не люблю такие режимы, где нужно нажимать на одну и ту же кнопку, чтобы твои дропперы, я не знаю, спавнили спиннера. Я уже пару тысяч раз точно нажал. Оп, спиннер выпал за конвейер, спиннер выпал за конвейер. Что делать, что делать? Так, сколько там уже? 280, отлично. Фу, теперь могу покрутить свой спиннер. Щу, 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 щу. Это расслабляет. Так, ну-ка, а если еще раз нажму? Ха-ха, от первого лица он немного круче выглядит. Только что-то как-то он слабовато крутится. Я знаю, что можно круче. Вот, вот, давай, раскручивайся, раскручивайся. Опять остановился. А, плохой китайский спиннер. 336 баксов. А, еще один фиджет спиннер дроппер. О, этот дроппер будет побольше. Надеюсь, он спавнит другие. Белые спиннеры, наконец-то. Теперь у нас появляются белые спиннеры, которые приносят сразу 4 единицы кэша. Нормальненько, нормальненько. Теперь хоть не придется несколько тысяч раз нажимать на одну и ту же кнопку. Хотя, скорее всего, это мой последний заход, когда я буду нажимать на эту кнопку, потому что потом от меня уже ничего не зависит. Погнали! Нужно больше кэша. Кликай, пока твои пальцы не отвалятся. Так, сколько я там уже накликал? 210 кэша. Ха, это будет очень долго. Я думаю, сейчас постараюсь накопить хотя бы 5500 монеток, чтобы заранее купить какие-нибудь предметики. Ладно, погнали. Просто нажимаю на кнопку. A few inches later. Yeah, boy! 5500 монеток. Слушай, ну, вроде бы нормально. О, теперь он за меня нажимает на эту кнопочку. О, да. Это Валера 0042. Хорошо, надеюсь, он не устанет кликать на эту кнопочку. А, нужно купить еще один спиннер. Надеюсь, это спавнер красных спиннеров. Красные спиннеры, красные спиннеры, красные спиннеры. А, это розовый спиннер вообще. Розовые спиннеры, ну такое себе на самом деле. Белые, мне кажется, будут получше. А, давай куплю сразу же апгрейдер. Вот, отлично. Теперь хотя бы наш конвейер нормально работает. Так, он еще там не устал нажимать на ту кнопку? О, за 2500 какой-то дроппер. Ладно, окей, это неоновые спиннеры, наверное, светящиеся. Ну-ка, 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 ну-ка. А, это темно-фиолетовый, кажется. Да, это темно-фиолетовый спиннер. Смотри, вот он выпадает. Как-то... Да, да. Это точно не синий цвет, мне так кажется. Ну и, конечно же, можем купить фиджет спиннер дроппер с этой стороны. Потому что дропперов нам осталось достаточно мало купить. И, мне кажется, в конце концов мы уже справимся даже без этих кликов. Сколько там? 2500 он мне нафармил. Красавчик. Просто уважуха. За 3000... Сейчас еще соточку. О, 300, 300, 400. Офигеть, как же они быстро появляются. Давай, нужно больше. О, зеленый спиннер. Светло-зеленый. А это опять синий спиннер. Да, светло-зеленый выглядит очень круто. Так, нужно 5000 накопить. Ну что ж, пойду помогу, хоть понажимаю на эту кнопку, а то он наверняка уже устал нажимать на нее. Вот так, будем вдвоем нажимать. Все, он мне помог и ушел отсюда. Вот это я понимаю настоящая помощь. Не оставил меня в беде. Сколько я там уже накликал? Ну-ка, ну-ка, уже прошло достаточно много времени. 3000 пока что. Ну, ладно, 3000 вроде бы неплохо. Это хотя бы не как в тот раз, 30 минут нажимать на одну кнопку. Здесь нужно нажимать... 29 минут. Сколько, 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 сколько? Есть 5000. Воу, ебой. 5000 снимаю и покупаю дроппер с желтыми спиннерами.
Желтые спиннеры. У меня был желтый спиннер, пока я его не потерял. Печальная трагедия спиннера. 600 кэша. Каждую минуту мы получаем примерно по 500 кэш. Нормально. Теперь осталось накопить на 10 тысяч. Да. Давай, мы вместе с тобой будем нажимать на эту кнопку. Мы сделаем это. Мы накопим 10 тысяч монеток. Мы сделаем лучший спиннер тайкон в истории. Заметьте, я еще ни разу не посмотрел на дома соседей. Потому что играем без спойлеров. Так, 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 так. 3000. Окей, 3000. Нормальненько, хорошо. Ну, кстати, реально от меня сейчас уже ничего не зависит. Потому что вот эти синие спиннеры нам приносят буквально по 2 доллара. Мне нужно нажать 50 раз, чтобы заработать 100 баксов. Это такое себе занятие. О, какой у тебя спиннер? У меня такой же, давай их покрутим. Драка спиннерами! Бум, хедшот! 700 накопил. Короче, там должно уже быть 6000 почти. Нормально. 6000 это уже достаточно много. У меня уже рука устала нажимать на эту кнопку. Ладно, буду делать так. Сейчас мышка сломается. Сколько? Нажимай за меня там, братан. 8000. Так, еще 1000. Еще косаричек. Давай, дружище, ты сможешь это сделать. Мы вместе разобьем этот тайкон. О, нет! Нет! Я посмотрел случайно на здание соседей. Нет, нет, я ничего не видел. И 300! Есть! Покупаю дроппер за 10 тысяч. Красный спиннер! Так, а такого спиннера я еще никогда не видел. Точнее, как бы, он у меня есть, только... Только сколько он нам приносит? Вау, плюс 70 кэша за один раз. Ну все, мой конвейер начал работать. Теперь нужно 15 тысяч. 15 тысяч, ты представляешь себе? О, Валера идет на помощь. Валера, мне нужна твоя помощь. Понажимай на эту кнопочку, пожалуйста. Всего лишь 11 тысяч. Вспомни другие тайконы. Там, где мне приходилось просто строить несколько дропперов, и спустя час весь тайкон пройден. Кажется, здесь за час точно не управится. Хотя, это вряд ли. Кто знает, кто знает. Ну-ка, сколько там? 13 тысяч. Давай, чуть-чуть осталось. Финалочка, 1500, 1500 осталось. И я куплю последний дроппер на этом конвейере. Все, это будет последний дроппер здесь. Ну-ка. Чуть-чуть не хватает. Я уже устал нажимать на кнопку. Ладно, окей, тут у меня уже накопилось. Ну-ка. О, теперь он за меня нажимает. Ебой, 15 тысяч, пришла помощь, покупай последний дроппер, готово. Все дропперы куплены. 125 тысяч! Да вы чё, офигели что ли? Это же вообще дорого. Ну ладно, тогда мы это сделаем в следующей серии. А это у нас... Что у нас спавнит? Эта штука спавнит синий спиннер. Почему здесь белый цвет, если она спавнит синий? Это все обман, чтобы набрать классы. Не верьте всему этому. Это все обман. Давай с тобой посмотрим, что нам осталось купить. Нам осталось купить стены. Я только что это сделал. Построить дорожки. Построить еще одни стены. Прокачать еще стены. И здесь еще дофигашеньки всего много нового. Короче, нам еще здесь долго придется повозиться, но в любом случае, мне кажется, эта серия удалась, потому что мы с тобой обнаружили много новых цветов спиннеров. Нет, это шутка, не слушай меня. Кстати, можешь написать в комментарии, какой спиннер тебе больше понравился. Розовый, белый, красный, синий, зеленый, желтый. Выбирай на вкус и цвет. Мне здесь больше понравился, наверное, зеленый, потому что он какого-то такого кислотного цвета и выглядит очень круто. Ну а на этом этот тайкон подходит к концу. Если ты хочешь продолжение, напиши об этом в комментарии. Ставь свой лайкосик под мой видосик и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Увидимся с тобой в следующих видео и оставайся таким же крутым и веселым. Adios. Playtime.